Ежедневно московский метрополитен перевозит 8,5 миллионов пассажиров. Каждое утро мы ездим на работу на уже привычных нам и новых поездах, но даже не задумываемся, как они появляются на свет. А ведь для того, чтобы вагон встал на рельсы, ему нужно пройти как минимум несколько этапов, каких сейчас расскажем. Сначала на завод поступает металл. В этом цехе вырезают, сгибают и вытачивают элементы стального конструктора. Вот эта деталь была вырезана совсем не ножом. Специальная установка. Вместо лезвия использует смесь песка и воды. Под большим давлением она подается вот из этого устройства и позволяет сделать детали невероятной точности. Смесь песка и воды под силу любой материал, кроме бумаги. Впрочем, этот станок и не предназначен для занятий оригами. На его столе совсем другое сырье – резина, фанера и, конечно, металл. Вот эти листы только с установки лазерной резки. Была абсолютно плоская. Попав сюда на участок рамкогибочных прессов, путем нескольких ходов пресса превращается в радиусной лист, который непосредственно идет уже в кузовной цех и является уже вваривается в элемент крыши. А варят в этом цехе роботы. На одну конструкцию уходит всего 45 минут. В разы меньше, чем при механической или ручной сварке. Но главное даже не это. Основное преимущество робота – очень маленькая погрешность. Даже если он ошибается только на миллиметр, в то время как человек – до 5. А это уже существенная разница. Лазерная сварка – новичок в этом цехе. Рабочие признаются, чтобы справиться с ней, пришлось освоить новую профессию. Да, нас обучали именно работать на роботах. Специализированная фирма «Кука». Ездили туда на обучение, и плюс приезжали сотрудники другой фирмы и учили именно вот работать именно на этом комплексе. После этого лазеры передают эстафету в соседний цех. Там стальной конструктор собирают воедино и снова роботы. На выходе из железных пазлов должен получиться вот такой корпус вагона. Автоматизированные станки собирают пока только бока и крышу состава, а вот раму приваривают рабочие. Но и здесь им помогает стальной коллега, так называемый кантователь. Вот такое устройство, напоминающее колесо обозрения. Правда, вместо кабинок внутри него специальный механизм, который переворачивает двухтонную конструкцию. Железные сотрудники – будущее промышленных предприятий. С роботом чем удобнее работать? Он, во-первых, не устает, ему не нужны перекуры, ему не нужен какой-то специальный микроклимат. Его нужно только обслуживать вовремя и качественно. И он будет выдавать продукцию, может выдавать круглые сутки. При том, что и сегодня метро «Вагон МАШ» – единственный поставщик составов для московского метрополитена. Более сотни новых поездов Москва передвигаются на 7 линиях подземки. И это далеко не предел, уверяют транспортники. Парк метрополитена постоянно обновляется. В следующем году на рельсы выйдет поезд «Москва» в новом корпусе. Он сменит так называемую маску и кабину машиниста. Вагоны станут вместительнее и тише. Впрочем, нам показывают создание действующих составов. Это цех, куда вагон попадает сразу после сварки. Здесь его очищают от металлической пыли и грунтуют в специальных немецких камерах. Работа ювелирная, поэтому все детали покрывают базой вручную. Грунтование производят для того, чтобы защитить кузов от коррозии и для увеличения сцепления с другими материалами, такими как шпаклевка, которая производится уже на следующем этапе окраски. Мастика наносится для того, чтобы под вагоном антикоррозийные и шумопоглощающие свойства. В кузове, внутри кузова, в салоне шумопоглощающие. После этого корпус вагона покрасят в фирменные цвета и отправят на финальный этап – сборку. Смотрите, вот это будущий вагон метро. Сложно представить, потому что пока это только пустая металлическая коробка. В таком виде вагон поступает на так называемую эталонную линию или линию сборки. Это самый первый этап, так как здесь устанавливают окна и делают пол. И дальше вагон отправится на следующие этапы. Всего их 7. На каждом из них вагон пробудет 8 часов. То есть осталось чуть меньше недели, и этот состав отправится на испытание. Мы находимся на посту номер 3. Вагон производится установка дверных механизмов, утеплителя и потолочных панелей. Дальше он через 8 часов передвинется на пост номер 4, на котором будет произведен
установка под вагоном оборудования. В день эта линия выпускает по 3 вагона. Самый лучший в мире метропоезд. Именно так поезд «Москва» назвал глава города Сергей Собянин. Он отметил функциональность состава и современное исполнение. Вагоны поезда имеют сквозной проход больше 150 метров. Оказывается, сделать это не так-то просто. Необходимо правильно рассчитать давление, создаваемое в тоннеле. Еще немного, утверждает Андрей Васильев, и человек в кабине управления им будет не нужен. Теперь дело за малым – переоборудовать метрополитен. Беспилотность, она не заканчивается только на вагонах метро. Это не автомобиль, который ездит по улицам города, и вся автоматика находится на борту автомобиля. Нет, конечно. В вагоне метро автоматика по беспилотному пилотированию сосредоточена и в тоннеле, и на станции, и в центре управления, и на самом борту. Но тут же, прогнозирует Васильев, скоро такие вагоны действительно смогут спуститься на рельсы. Однако для этого придется существенно изменить московский метрополитен. У него уже сегодня один из самых минимальных интервалов движения в мире – всего 90 секунд. А в каждом вагоне можно поймать сеть Wi-Fi. Первая эталонная линия была запущена в 2018 году, с января месяца. Это нам позволило в 3 раза увеличить количество выпуска вагонов метро на тех же площадях. И увеличить рост производительности труда тоже порядка в 3 раза мы увеличили. Контракты у нас на сегодняшний день порядка 600 вагонов в год мы изготавливаем. То есть это для нас очень серьезный, значительный заказ. И у нас хорошие перспективы. Буквально в этом году мы планируем еще заключить на дополнительные объемы на поставку вагонов метро. И выходим на производственные мощности 800 вагонов в год. Все они разъезжаются по миру. Это 11 государств. Страны Варшавского договора, бывшего Советского Союза и Европы, Венгрию и Болгарию. В общей сложности московские вагоны ежедневно перевозят порядка 19 миллионов человек в мире. Составы конструируют согласно требованиям того или иного метрополитена. У каждого свой любимый цвет и размер. Сейчас российские вагоностроители берут курс на Азию и ведут переговоры по экспорту в Индию. Проблема в своеобразии индийского метрополитена, особого электрического напряжения. В Южной Африке российские транспортники пока строят только тепловозы. В год предприятие выпускает до 150 локомотивов. Их планируют поставлять не только в ЮАР, но также в Индонезию и Латинскую Америку. Ждут, когда на юге Африки построят метрополитен, чтобы прокатить африканцев на современных вагонах. На заводе уверяют, российские поезда любят за границей за безопасность и качество. Все этапы производства прозрачны. Сотрудники метрополитена видят, на борт какого транспорта берут пассажиров. Этот оранжевый компонент называется RDIF-меткой. То есть, по-хорошему, это электрочип, в который заносится вся информация о рождении тележки, от момента возникновения рамы и наполнением ее всевозможными элементами в процессе сборки. Также в эту метку будет интегрирован технологический паспорт, который будет подтверждать 100% выполнение всех операций по сборке тележек, их качество, ну и вообще вся история тележки, как я уже упомянул. Дело в том, что на одной тележке около 400 установок. Именно поэтому ее вес достигает 8,5 тонн. Это столько же, сколько весит пустой корпус вагона. Возможный пробег такой тележки больше 1 000 000 километров. Она может служить в течение 30 лет. За это время появятся новые составы и технологии. Одно останется неизменным – безопасность. Анастасия Шкитина, Александр Ермолаев, Андрей Костров и Владимир Брагин, ТВ «Брикс».